Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». И мы сегодня готовим очень быстрый и очень вкусный салатик. Окрошка готовится молниеносно. Понравится без исключения всем. Салат без вреда для фигуры. Готовьте на здоровье! Для салатика мне нужны будут следующие продукты. 2 свежих огурца, 150 граммов редиса, 4 отварных яйца, немного зеленого лука, зелень петрушки. Салат заправляем майонезом, соль добавляем по вкусу. Почему мы называем этот салат летний весенний окрошка? Потому что овощи мы нарезаем кубиком, как на окрошку. Кстати, окрошку в моей семье не едят, не любят. Не знаю почему. И вы знаете, и у меня тоже в семье никто не готовит окрошку. Но мы пробовали в гостях, мужу не понравилось. Он сказал, такое кушать не будет. Но это дело вкуса. Теперь очищаем. В общем, никакие сухие, никакие холодные супы мы не любим. Вот так. И огурец свежий также нарезаем кубиком. Этот салатик мы готовим и сразу же съедаем. То есть много его наготавливать не нужно. Этот салат просто объедение. Зеленый лук также нарезала мелким кубиком. И все хорошенько мы перекладываем в салатник. И осталось нам нарезать. Ох, как некрасиво получилось. Ну, такое бывает. И осталось нарезать нам отварные яйца. Яйца также нарезаем кубиком. Вот и все приготовления. Теперь нужно слегка подсолить салат. Заправляем майонезом и все хорошенько перемешиваем. Вот такой он получается. Яркий, красочный, вкусный, сытный, легкий, свежий. Ну, в общем, салатик – находка. Вот кто не готовил, именно вот нарежьте кубиком. Подавайте зеленью петрушки. Салатик объедение. Всем приятного аппетита. Будьте здоровы. Побольше добавляем зелени петрушки. У меня кудрявая. Люблю ее и аромат, и вкус, и вид. Поэтому всем приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Ну что, снимем пробу. Вкусный овощной салат. Очень хороший весенний салат. Полезный. Готовьте. С вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь моими видео с друзьями. Пока!